Ты боишься дожить до времен Антихриста? Милостив Господь, мы с тобою до этого едва ли доживем, а только нас немного попугают предтечи Антихристовы, восстающие против церковной власти, так как Антихрист должен прийти во время совершенного безначалия, о котором и хлопочут предтечи Антихристовы. Преподобный Амвросий Оптинский. Добродетели наши приятны Богу, когда они делаются со смирением. Преподобный Макарий Оптинский. Живи, как живешь, и где придется. Только не унывай и не малодушествуй, ожидая, что скажет о тебе Господь. Преподобный Амвросий Оптинский.